10 лет назад здесь ничего не было. Тайга, болото, топи. Но ведь жизнь на месте не стоит. Самое главное — сделать первый шаг. Решиться. Начать действовать. И тогда мир вокруг станет меняться. Наша компания уже больше 10 лет добывает нефть самыми современными, самыми эффективными методами. Мы привыкли делать все по максимуму. Не только для себя. Для салымской природы, для местных жителей, для региона и страны в целом. Это, конечно, сложнее. Но только так ты сможешь гордиться тем, чем занимаешься. Мы вообще не умеем стоять на месте. Мы установили рекорд по скорости бурения 4,5 суток. Мы сократили освоение скважины до 5 суток. Когда-то это казалось просто невероятным. Первую скважину мы бурили больше месяца. Делать невероятное реальностью. Да мы каждый день этим занимаемся. Это то, что и отличает нас как компанию. СПД использует самые передовые российские и зарубежные разработки. Если раньше они казались тебе недоступными, теперь ты пользуешься ими каждый день. Мы эффективно разрабатываем месторождения. Мы используем современные методы исследования скважин и с их помощью, например, отбираем для изучения самые длинные в регионе образцы породы. Или вот разработки в области каротажа. Мы удаленно, в режиме реального времени, получаем данные с приборов, которые находятся глубоко под землей. Быстро получать информацию, быстро на нее реагировать – вот одно из наших преимуществ. В СПД создана единая база данных «Маяк». Она доступна каждому в Москве, Тюмени или Салыме. Один клик мышкой, и перед тобой самая свежая и достоверная информация. А иногда мне кажется, что это даже больше, чем просто название технологии. «Маяк» — это мы. СПД своего рода «Маяк» для профессионалов своего дела, для других нефтегазовых компаний. А для партнеров это гарантия качества. Я напрямую могу влиять на это качество. Это просто непередаваемое ощущение. А я с детства хотел стать нефтяником. Я родился и вырос в нефтяном регионе, но такого уровня управления процессами нефтедобычи, как в СПД, я не встречал нигде. Мы первые в России внедрили систему умных месторождений на всем фонде. Мы можем запустить скважину и вывести ее в режим всего 2 кликами мыши. Мы так выросли за эти 10 лет. Мы очень многого добились. Например, утилизация попутного нефтяного газа. СПД – одна из первых компаний в Сибири, которая достигла уровня утилизации свыше 97%. Газ поступает на перерабатывающий завод, который построен прямо тут, посреди тайги, на Салымской группе месторождений. Мы любим решать сложные задачи. Это наш характер. Это стиль СПД. И мы уже не сможем измениться. На острие технологий. Вот так, наверное, нас можно описать. СПД очень быстро осваивает новые способы нефтедобычи. Теперь мы можем добывать не только традиционные запасы, но и ту нефть, которая еще несколько лет назад была недоступна. Одна из таких технологий – это заводнение АСП для увеличения нефтеотдачи. Или, например, разработка баженовской свиты.
Такую трудноизвлекаемую нефть добывают с помощью гидроразрыва. Вот оно, будущее нефтяной промышленности. Только это будущее должно быть комфортным для всех. И для земли, на которой мы работаем. И для тех, кто на ней живет всю свою жизнь. Когда-то я слышала об этом народе только легенды. Кто они, эти ханты? Работа в компании СПД открыла мне удивительный мир этих людей. Я работаю в департаменте, который напрямую не занимается нефтедобычей. Мы занимаемся социальными программами. И очень здорово видеть тот эффект, который оказывается на каждого конкретного жителя поселка. На жителя, который обращается за медицинской помощью в нашу больницу, для которой мы закупаем современное оборудование. Я горжусь, что наша компания построила в поселке Салым современный, безопасный детский сад. Знаете, когда видишь счастливые глаза выпускника, который получил образовательный грант от компании СПД, слезы радости его родителей, у тебя внутри все просто переворачивается от эмоций. Ты понимаешь, что твоя работа, она действительно меняет жизнь к лучшему. Ты понимаешь, что нам, компании, действительно не все равно. Природа Салымского края тоже нуждается в нашей заботе, и мы делаем все, чтобы свести к минимуму воздействие производства на экологию края. В СПД культура безопасного труда прививается прежде всего через лидерство в безопасности. А потом приходит понимание, что и вне работы ты начал вести себя иначе. И это уже совсем другой уровень. Это безопасность самых близких тебе людей. Когда я пришла в компанию, я была поражена, какая все-таки здесь невероятно корпоративная культура. То есть я могу запросто зайти в кабинет к любому руководителю и задать свой вопрос. У нас в компании все в шаговой доступности. Один шаг до знакомства с новыми передовыми технологиями. Делаешь один шаг из тренажерного зала и уже попадаешь в тайгу на месторождение. Каждому сотруднику даю чувствовать в компании, что он делает какую-то значимую работу. У нас есть медицинское страхование, хорошая зарплата, социальный пакет. Очень здорово, что у нас есть гибкий график. Получается, что в компании есть все условия для работы и для отдыха. Все уважают друг друга, доверяют друг другу, помогают друг другу. Я считаю, что проект СПД вообще можно назвать проектом моей жизни. Это самая лучшая работа, которая у меня была. Здесь я приобрела настоящих друзей, и мне их мнение очень-очень важно. Так сложились звезды, что здесь оказались люди, которые действительно понимают, что такое технологии сегодня, технологии завтра. Мы себя называем компанией-революционером. Наши акционеры и мы сами, мы себя используем как площадку, плацдарм для всех этих технологий. Такого не делается нигде. И тех людей, которых я здесь встретила, с кем я работаю и как мы работаем, и отношение к нам всем, я такого действительно нигде больше не видела. Счастье – это когда тебя понимают. А еще, когда тебя могут услышать и увидеть за тысячи километров. Наша система Pulsar – это не просто комнаты для видеоконференции. Это новый подход к совместной работе, к работе в команде. Вообще, Pulsar позволяет оперативнее принимать решения, более эффективно управлять проектами. Одна из ключевых черт нашей компании – это эффективность всех процессов. Мы применяем передовые технологии не только в производстве, но и в корпоративном управлении. Автоматизированные системы отчетности помогают нам оперативнее принимать решения. И кроме этого, тщательнее оценивать будущие проекты. Философия
Философия нашей компании – это постоянная работа над собой, желание превзойти достигнутые результаты, улучшить собственные показатели. Это работа единого организма. Она позволяет нам быть на шаг впереди. Мы, наверное, отличаемся от многих. Мы выбрали сложный путь, и мы точно не успокоимся. Там впереди новые победы СПД. Иначе у нас быть не может. А это значит новые горизонты для наших подрядчиков, для партнеров. Это новый социальный проект. Это новое будущее нефтяной промышленности. Ты здесь работаешь с ощущением, что мир правда меняется, и что нефть, которую мы добываем, это не только топливо для самолетов, электростанций, машин. Это встречи после разлуки, это километры новых дорог. Это, в конце концов, теплый дом и свет в твоем окне. У нас каждый сотрудник – это двигатель. Поэтому СПД столько лет уверенно идет вперед. Мы меняем правила игры. Меняем нефтегазовую отрасль страны. Мы знаем, как сделать будущее ближе. И делаем это каждый день.